В мае 2021 года был введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова. Сегодня в настоящее время у нас увеличено ровно 2 раза и составляет 460 пассажиров в час. Чем принципиально новый аэровокзальный комплекс отличается от старого здания? Безусловно, это количество стоек регистрации. В старом аэровокзале у нас их было 7 для обслуживания пассажиров. Новый аэровокзал увеличил этот показатель до 13 стоек. Безусловно, в период пандемии у нас целиком полностью отсутствовали международные авианаправления. Сейчас, с учетом послаблений, направления у нас открываются. Все лето у нас Турция отлетала и Египет. Также мы стали активно принимать именно в 2021 году страны Южной Азии –